Доброе утро! Сегодня 14-й день. Привет! Сегодня утром я хочу сделать тренировку ягодицы и бедра. Четырнадцатая тренировка закончена. Я сделала 3 подхода ягодицы бедра. У меня тут был помощник. Все отлично. Заряд позитива на целый день. Переступила границу половины марафона. Самочувствие отличное. Идем дальше. Наше доброе утро начинается сегодня с каши. Здесь гречка, немножко кукурузной крупы. Ребятишкам добавлю еще бананы, клубнику, вишню. Себе добавить хочу орехи и вишню. Еще вчера готовила такие пирожочки, сыр просто и ветчина. На обед я сегодня готовлю куриную грудку с овощным рагу. Сегодня обед. Простое рагу в духовке с курицей. На ужин я приготовила целую кастрюлю винегрета. Вот положила себе уже порцию. Это мой ужин. Всем спасибо, что подписываетесь на мой канал. Всего доброго. Пока-пока.